На прошлой неделе представители шоу-бизнеса один за другим начали публиковать взрывные новости в своих инстаграм-аккаунтах. Ну а мы специально создали для вас подборку из всего самого интересного. Что произошло между Назимой и рэпером AZ? О чем сообщили солисты группы Ринго? И еще несколько раскрытых секретов прямо сейчас расскажут наши журналисты. Айкын Толепберген и Жулдызо Мыргали впервые показали фотографию совместного ребенка. Напоминаем, слухи и сплетни об их романе не утихали целый год. И вот звездная пара сама решила расставить все точки над «и», показав малыша в своих инстаграм-аккаунтах. Ребенка зовут Санжар, и ему исполнился ровно год. «Надеюсь, под фотографией моего сына плохие комментарии писать не будут», — подытожила Жулдыз. «Мы тоже на это надеемся и желаем звездным родителям бесконечного семейного счастья». 91 и Назима. Такой интересный дуэт выступил на шымкентской сцене. На концерте группы 91 во время исполнения песни «Кайтадан» на сцену вышла артистка лейбла Black Star Назима. Уроженка Шымкента исполнила песню вместе с парнями, чем привела Eagles в неистовый восторг. Ну а на сцене разыгралась настоящая химическая сцена между Назимой и рэпером AZ. Видео с этим моментом тут же разлетелось по инстаграму и навело немалой шумихи. Огненное выступление фанаты уже успели оценить, обсудить и обмусолить. А вот другая Жулдыз Абдукаримова поделилась архивными фотографиями с дочерьми. На них женская часть семьи Кайрата Нуртаса позирует в одинаковых розовых платьях. Жулдыз отметила, что раньше частенько наряжалась в одинаковые платья с девочками, однако в последнее время вкусы у них изменились. Возможно, повзрослели, отметила Жулдыз. Грандиозный камбэк группы Ринго. На официальной странице бойз-бенда были опубликованы отрывки их нового клипа под названием «Money T». Такого в карьере Ринго еще не было, отметили сами авторы публикации. Сам клип довольно необычный, креативный, но атмосфера в стиле старых добрых Ринго тоже присутствует. О, эти легендарные танцы! В общем, наслаждаемся новым клипом и ждем еще взрывных новостей от наших кумиров. Алуа Канарова расширила свой продюсерский центр еще на одного артиста. Теперь в дружной творческой семье состоит еще и кью-поп-артист Ян Хан. А Ян Бекзатхан, так зовут парня на самом деле, уже поменял описание своего профайла, тем самым подтвердив слова Алуа. Видимо, нам нужно ожидать настоящую бомбу от Ringo World Family. Что же, поживем увидим. Ахпотан Урабайкызы побывала на праздновании дня рождения сына Айкына и Жулдызо Мыргали. Девушки выкладывали совместные селфи, нянчили детей друг друга, в общем, время свое провели очень весело. Комментарии под публикациями оставили открытыми, но мнение аудитории было очень неоднозначным. В любом случае, красавицы выглядят вполне счастливыми и на негатив, скорее всего, внимания предпочитают не обращать.